здравствуйте. Да никакого здравствуйте. Мы тут ролик посмотрели «Живая баня», да? И нам понравилось. А сейчас мы пьем... Что мы пьем? Мы пьем имбирь с лимоном. Имбирь с лимоном. Ваше здоровье. И ничего не обсуждаем. Ибо неху. Да. Ибо неху обсуждать. А лучше послушаем. Вот так вот. Мы и жили. Спали врозь, а дети были. А что это вы тут делаете? Порнушку опять смотрите? Да? Не, анекдоты читаю. А, эротического жанра? Блин, музыка. Начальник отдела кадров жалуется на планерке. Не можем найти подходящих кандидатов на последнюю заявку цеха. Приходят одни сидельцы, да еще с двумя-тремя сроками. Начальник цеха просит, покажи объявление. Читает, делает пометку, возвращает. Так, все по сути, только не чепушило, а чепушник. А ты заметил, как ты спешишь анекдот рассказывать? Да, а надо с толком, с расстановкой, да, как без рук. Но да? Я нихуя не понял. А можно это на перемотку поставить? Влад, нет, по идее, по нашей терминологии новой, должен сказать, а мне поху. Как смог. Рустем, видишь, играет как может, и все. И кто бы заразил, что... Да? Потому что никого нет. Это мы так работаем. Во вторник. Рустем Шамильевич, ну давайте что-нибудь еще, сыграйте нам, пожалуйста. А я станцую. Какую-нибудь другую? Давай, а я станцую. Так. Ну. Эту давай, другую нам не надо. Давай. Эту. Мы еще с этой не справились. Нет, сейчас, подожди. Надо настроиться.